Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Это место хорошо знакомо каждому жителю Суража. Здесь, под гранитными плитами, в братской могиле покоятся 300 бойцов Красной Армии, отдавших свои жизни при освобождении города в сентябре 43-го. Данные проекты считаются социально значимыми. Напротив данного комплекса располагается профессионально-образовательное учреждение Суражский педагогический колледж имени Пушкина. Между прочим, в этом году ему исполняется 110 лет. Поэтому необходимо создать все условия для патриотического воспитания подрастающего поколения. Именно студенты колледжа, которые долгое время ухаживали за мемориалом своими силами и стали инициаторами разработки проекта и участия в программе инициативного бюджетирования. Поддерживали мы его, но состояние было довольно-таки плачевная. И когда приезжало руководство у района, города, мы всегда говорили о том, что необходимо, например, плитку нужно было обязательно поменять, потому что она была уже не в том виде, которым должно быть на памятнике, который увековечивает память наших воинов. А когда выступили с этой инициативой, руководство поддержало. По проекту на площади перед мемориалом уложили брусчатку, установили бордюры и оборудовали стоянку. По программе «Комфортная городская среда» обновлен и сам мемориал. Одна из главных особенностей программ – участие самих жителей во всех этапах реконструкции. К общему мнению, здесь сразу пришли. И вот это вот дополнительные места для того, чтобы занести туда имена тех, кто здесь лежит, они сделаны в связи с тем, что постоянно находят новых. Все время у нас поисковые группы работают здесь. И все время находят, мы перезахоронение делаем. Постоянно. Напомним, проект инициативного бюджетирования действует в Брянской области уже второй год по инициативе губернатора Александра Богомаза. В этом году по всей области будут реконструированы и построены 89 объектов социальной инфраструктуры. Это парки, скверы, мемориалы и детские площадки. Из регионального бюджета на эти цели выделено 100 миллионов рублей. Дмитрий Кузнецов, Владислав Пискунов. События. Сураж.